Дорогие назаровцы, поздравляю вас с праздником Великой Победы. Этот день наш народ будет помнить всегда. Подвиг советского народа бессмертен. Наши деды и прадеды пережили страшное событие, страшную войну. И в это время они показали себя очень мужественными, сплоченными и очень героическим народом. Так будем же мы сегодня достойны памяти наших предков. И будем сегодня ценить каждый день жизни, которые дали нам наши отцы и деды. Пусть будет славен российский солдат. Слава России! Слава российскому народу! Поздравляю вас, дорогие друзья, с праздником Победы!